слишком много сил отдавали для того, чтобы мяч отбирать. И когда его отбирали, ничего у нас не ладилось впереди. Особенно после вот гола вообще практически. Можно по пальцам пересчитать момент, когда мы переходили за центр поля. Очень много сил отдавали на отбор. Все равно готовилась команда, давала себе отчет, что будет очень тяжело. Но, если честно, я ту игру не играл. Я представить не мог, что так будет сложно. Очень тяжело сегодня было играть, повторюсь. Команды. Нельзя так говорить. Кто-то где-то что-то. Все вместе проиграли. Где-то что-то, значит, не доделаем. Будем разбирать ошибки, работать, исправлять. В следующей игре и будем выполнять тактику, общую командную тактику. Все вместе, а не по одному человеку. Ресурсы достали, значит, смогли и раньше это сделать. Побаивались соперника. Тяжело было очень.